Слава Богу. Вы знаете, друзья, вот сегодня столько много было сказано о радости. И меня интересует, на самом деле она внутри есть? Или это только слова? Вы знаете, есть три этапа жизни. Это сегодняшняя временная жизнь. Второй этап – смерть. И третий этап – воскресение. В каком состоянии ты будешь открывать дверь и какую? Это сегодняшний день определяет. Это место освящения нашего. Слава Иисусу! Это Бог предоставил возможности и расположил сердца народа Божьего, те, которые жертвовали, выражали себя, чтобы здесь была жертва живому Богу. Слава Ему! Вы знаете, мне бы хотелось обратить внимание, находясь в столь приятном месте, поразмышлять о очень большой ценности. Ведь для каждого из нас наступит день, когда мы явимся пред лицо Господне. И это неизбежность. Так Писание говорит. И давайте себе на мгновение маленький экзамен сегодня, который никому не даст покоя, если что-то не так. Давайте представим, что сегодня вечером Господь позовет кого-то из нас, как пример говорю, и мы перед Ним предстанем, чтобы отчитаться. Ты сегодня готов предстать перед Ним? Твой внутренний мир достоин предстать перед Ним? И сейчас каждый начинает понимать, надо что-то поправить. И вы знаете, почему я сегодня это говорю? А потому что эта неизбежность придет, если не сегодня вечером, то в другое время, через какое-то время, и ты все равно предстанешь. И ты думаешь, только тогда ты будешь хорошим, или правильным, или святым. И если ты сегодня сам себя обманываешь, не стоит этого делать. Что такое Царство Божие? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы приходим сегодня в церковь, и действительно у нас сегодня настоящая радость. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли понять, что праведность – это не за столом посидеть. Это правильные отношения, построенные с небом. С родными и близкими, с друзьями и знакомыми. Тогда приходит мир в сердце, когда у тебя не построено. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Когда сегодня построены эти отношения, то приходит настоящая радость от Духа Святого. Если первые вопросы не разрешены, радость не придет. К сожалению, это так написано. Вы знаете, просто сокращая, хотел бы обратить внимание. Ты сегодня пришел сюда. Ты приходишь в свое собрание, где ты находишься. Ты приходишь, у тебя есть мир с Богом? Освобожден ли твой дух? Вы верите, что все до единого, кто находится здесь, нас всех Бог любит? Аминь. Но получается, когда я прихожу в собрание, и передо мной предстает какой-то человек, он, по-моему, не такой, как я. Что я начинаю делать? И я начинаю его судить. Я начинаю сквернить то, что Бог любит. Я начинаю влазить в жизнь того человека, которого я не творил. У него есть Отец, у него есть Создатель. И, может быть, он в моих глазах как-то не вмещается. И если я прихожу каждый день и занимаюсь судебными процессами, вопрос, кому Бог сегодня дал на небе доверенность, чтобы влазить в чужую жизнь и контролировать ее? На это есть Дух Святой сегодня. Об этом мы слышали и об этом пелось. Ты действительно сегодня восторгаешься тому, что здесь сделано?
То, что сегодня здесь Дух Божий, то, что сегодня здесь народ Божий. Или ты каждое собрание приходишь, и ты находишься в состоянии оценивать жизнь другого человека, брата и сестры. А вы знаете, что в Писании написано? К римлянам, во 2 главе с 1 стиха. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что ты, судя другого, делаешь то же. Ты осудил, и Божий суд над тобой работает». Вот для меня это страшно. Я боюсь лезть в чужую жизнь. Кто как себя подает, кто как себя выражает. Моя ценность – передать ему волю Бога. И его подключить к отношению лично с Богом. Но не управлять судьбой этого человека у меня права нет. У меня право есть помочь ему встречаться с Иисусом, чтобы мы шли за Иисусом, чтобы мы приходили к Иисусу. Я так понимаю. Но если я его контролирую и осуждаю, я боюсь, что ты можешь обмануться, и у тебя реальной радости нет. Потому что ты нарушаешь предписание Евангелия. Ты занимаешься судебными процессами, вникая в жизнь другого человека. Вы только сами признали, что мы здесь все разные, но нас всех Бог любит. И вдруг я сижу и думаю, этот не такой, это не такая, это и пошло, и поехало. Давайте не будем обманываться. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек? Право сеять у всех есть. На этом нет ограничения. Это закон сеяния и жатвы. Но когда наступит жатва, у тебя нет уже власти остановить посевы свои. Они взойдут и дадут плоды свои. И если ты сегодня слышишь о радости, но на самом деле ее нет, а ты занимаешься судебными процессами, которые тебе Бог не разрешал делать, посмотрите, что написано дальше. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающие такие дела и сам делая то же? Вопрос. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, а не к большим судам. Перевод есть. Не к большим судам. Тебе Бог сегодня предлагает, чтобы ты сегодня был достойным членом церкви, уважающим предписание живого Евангелия, общаясь с живым Богом. Братья и сестры, вы давно члены церкви многие. На каком основании, простите за откровенность, мы лезем в чужую жизнь и пытаемся навести порядок? Если Дух Святой там не наведет порядок, то кто я? Это служение для славы Божьей. Это место, чтобы научиться, как вести себя, когда ты явишься пред лицо Его. Или сегодня вечером, или через год, и через какое-то время ты явишься перед Ним. Сможешь ли ты оправдаться, имея судебные процессы, нарушая волю Божью? О многом можно говорить, но не сегодня, нет времени. И вы знаете, чтобы сердце оно было в свободе, и чтобы сегодня ты действительно был церковью, частью церкви, я не говорю за стены, они прекрасно сделаны, столько труда, жертвы и молитвы. Я родился в этой церкви, не в этом здании, а в этой церкви. И я благодарю Бога за путь, который мне Бог дал пройти. Пройти миссионерское поле до сегодняшнего дня. Мы занимаемся служением. Здесь вот есть брат Алексей. Мы сегодня с Борисом Николаевичем заехали в центре города. Они открыли кафе, христианское кафе, куда приходят люди. Сегодня там будет одна из церквей проводить открытое служение. Приезжайте, посмотрите, как это делается. Открывайте какие-то служения, открытые в своих городах. Люди умирают, люди погибают, а мы судим друг друга. Можно досвящаться до такой меры, что не в те двери войти, когда вечность наступит. Я бы хотел, чтобы мы сегодня в этой молитве, когда будем благословлять все, что здесь сделано, мы прежде первую молитву совершили, попросили у Бога прощения и прекратили судебные процессы. Это беззаконие высшей категории в глазах неба. Ты придешь там, будешь стулья расставлять и говорить Богу, что это не так. Почему сегодня пророк Исаия написал, что Бог презрит не на богатых, не на великих, не на мудрых,
а на смиренный и сокрушенный дух. Где их сегодня найти? Если ты пришел в церковь, а в тебе еще мирское, плотское, и оно преизобилует, и ты сегодня контролируешь общество, кто-то не так выглядит. Да Бог специально посылает людей, которые не так, как ты понимаешь, выглядят, чтобы посмотреть, а у тебя спокойно внутри? Ты любишь этого человека? А почему он должен прийти в эту церковь? Не почему, а для чего? Для славы Божьей. А ты сегодня видишь его недостатки, ты контролируешь до такой меры, что он сюда больше не хочет приходить. Дорогие мои, пусть сегодня Слово Божье, слава Божья, сила Божья, благодать и помазание откроет нам. Я сам освобожден. Обычно контролируют люди других людей, у кого нету внутри мира с Богом. Потому что мы видим внешнее, Бог видит внутреннее. И Он сегодня за каждого оплатил, слава Ему. Он великую цену оплатил, чтобы ты был частью. Поэтому я возвращаюсь, что Царство Божие – это правильное отношение с небом, со Словом Божьим, с церковью, друг с другом, в семье и так далее и тому подобное. Если у тебя этого нет, боюсь, что радость Духа Святого проходит мимо. Аминь. Это не я так мыслю, это Писание говорит. Я хочу, чтобы мы сегодня благословили все, что здесь сделано. Но прежде всего, меня интересуют живые люди. Внешний человек, плотской человек живет до кладбища. В Царстве Божьем внешний человек никогда не будет. Вы читали? Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Мы сегодня хотим плоть посадить на небеса. Мы с ней так трудимся. Павел обо всем написал. Доброго хотел, не получается. Злого не хотел, получается. Во плоти очень много проблем. В каком состоянии твой дух? Ты сегодня действительно радуешься, находясь в этом общении. Оно уникально. Его Бог создал. Аминь. Бог нас сегодня позвал в это место, чтобы приготовить, чтобы мы были вместе с Ним. Чтобы мы открыли ту дверь, где, за которой есть Иисус. Живете по плоти, на кладбище попадете, умрете. А если духом умышляете дела плотские, живы будете. Теперь понимаете, о чем главная мысль в сердце? Чтобы ты сегодня имел реальную Божью радость от Духа Святого, попробуйте хоть один день прожить и никого не осудить. Каким судом судишь? Здесь же, не отходя от кассы, этот суд приходит. А вы знаете, слово, которое написано «неизвинителем», есть перевод, нет тебе прощения. Для меня страшно. Я такой святой, порядка нет, внутри жизни нет, но я контролирую других людей. Я боюсь, не тот дух может направлять твою жизнь, и ты делаешь вещи, за которые придется отвечать. Я желаю, чтобы сегодня Божий мир, Божья благодать в достаточной мере осветила всех нас, чтобы приходящие в это помещение они приносили от Божьего сердца Его присутствие. И чтобы в молитвах каждый переживал, здесь живой Бог. Давайте мы помолимся друг за друга. Может быть, чье-то сердце сегодня нуждается в покаянии. Мы готовы помолиться. И мы помолимся, чтобы здесь дело Божие продолжалось.